Pum 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 Дорогие товарищи и друзья, завершается 2021 год. Сложный был год. QR-коды, коронавирус, климатические аномалии и отмена мероприятий. С последним мириться было нельзя, и за дело взялись знающие люди. Оператор и ведущий канала Real Moscow Project. Преодолевая все трудности, жару, холода и притяжение дивана, эти героические люди старались снимать для вас самые интересные места, события и локации. Многое было сделано, но многое и не сделано. Я надеюсь, что в новом 2022 году нам с вами удастся сделать больше. Как большой праздник отметили мы знаменательное событие возвращения фестивалей и открытия фестивальных площадок. Твердо и неуклонно движется наш канал к достижению первой тысячи подписчиков. Ваша единодушная поддержка, лайки и комментарии очень помогли нам пережить этот тяжелый год. Всего несколько часов остается до наступления Нового года, и в этот час я хочу пожелать вам крепкого здоровья в наступающем году. Мы очень надеемся, что 2022 год будет не таким сложным, как год уходящий. Поднимем же бокалы за то, чтобы у всех нас все было и ничего нам за это не было. С Новый год, товарищ! Удар! Кошка-жена одобряет!